Привет всем любителям глобальных пошаговых стратегий. Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение прохождения Old World за Египет на последнем уровне сложности на реальной карте Древнего Мира. В общем-то, все подробности в первой серии, ссылка на нее в описании в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть все прохождения с самого начала. Так что переходите туда. Всем остальным приятного продолжения просмотра и отдельное спасибо спонсорам, которые все серии могут посмотреть сразу в плейлисте, ссылка на который тоже в прикрепленном комментарии. Итак, у нас тут большие проблемы с войной с Карфагеном. Он постоянно убивает мне юниты, плюс у нас вот тут еще налет происходит. Вот вопрос. Вопрос, с чего начать? Ну, конечно, убьем вот этого. Тут, конечно, надо будет отходить. Знаете что? Вот эти вот лучники, вот это опасненько. Мы постепенно будем отходить назад. Давайте, наверное, так. Даже этих мы, возможно, или лечиться пока тут. Так, ну вот этим точно можно выстрелить. Вот этим точно можно подойти. Так, насколько он... Нет, не может убить. Так, а давайте мы в боевой режим и вот так... А, блин! Забываешь, вот в боевой режим, когда ставишь, нельзя будет стрелять. Я бы вот сюда отошел, выстрелил. Дальше подходим. Убиваем. Все нераненые, нераненых ведем сюда атаковать. Раненых лечим. Не могу пока повысить в булавоносца, потому что раненый. Так, эти походили. Тут ждем, чтобы он подходил. Тут все-таки по пустыне тяжеловато им подходить. Так, теперь вот здесь надо... Паника. А это что за юнит? Элитный метатель булавы? Ни хрена себе. Элитный метатель булавы, блин. Блин, немножко по-другому я хотел. Сейчас опять паника, он, наверное, сюда отойдет. Да, и у меня не получится несколько раз проатаковать. Черт. Так, ну и этим лучникам тоже, наверное... Блин, что за элитный метатель булавы? Мне не нравится, когда мне может в голову булава прилететь. Мне кажется, никому из вас не понравится. Блин, как-то мне надо этого лучника... Вот как-то тут я с варварами не очень удачно сработал. Ладно, давайте, может, повысим пока его. Так, у нас какие-то генералы вообще могут... Тут можно будет одного генерала добавить. И здесь можно было. А давайте повышу пока на орлиный глаз лучника. Так, пастух завершен. Священника. Здесь рыбак завершен. Два хода. Да еще одного. Ну, давайте, может, казначейство два хода. А поэт сколько будет? Пять. Монах четыре. Ладно, казначейство. Денюжки нам не помешают. Открываем соборы постепенно. Мы просто стоим пока. Тут соль. Идет добыча. Так, нам надо где-то домик поставить, я думаю. Или тут не влазят. Нет, могу домик.
Я бы, наверное, сюда ставил все-таки. Подождите, но я на пустыне. На пустыне я не смогу, да? Да. В пустыне нельзя. Ладно, все равно сюда. Библиотека. Ну, кстати, а где библиотеки? Мы можем 3, 8, 3, 8, 3. Что, только вот тут по побережью. Я, наверное, тогда бы здесь поставил. Академия. Крепость. Амфитеатр. Министерство. Нет, тут у нас собор будет, иначе нам просто негде его будет построить. Кстати, деревню еще могу. И здесь могу деревню. Четвертую. А давайте мы вот сюда перейдем. И вот эту клетку мы же можем купить, да, Уассет. И здесь построим деревню, как раз для Уассета. Так, ходы, правда, закончились. Тут тоже вот эту клетку для собора держим. Ну, вроде зашибись. Так, куча приказов. Что у нас может посол сделать? Я, по-моему, торгую с Ассирией и хеттами, если мне не изменяет память. Блин, а где вы, кстати, посмотреть... Нет, не с Ассирией, с Вавилоном и хеттами. А где бы посмотреть вообще договора у нас какие-то? Ну, вот я помню, что я науку точно получаю от кого-то. Вот. Предложение обмена от Вавилона. Плюс 3, 27 лет. По-моему, я к хеттам отправлял, а там какую-то фигню предлагали, типа на дерево. Давайте еще раз к хеттам отправим. И я бы уже принял еще закон. Колонии. Содержание за муштру, я думаю, что это норм. А мы за это еще 10 вход цивиков получаем. Так, кстати, а тут какие-то законы будут в этом? Открывается собор, да, иконопись и каллиграфия. Ну-ка, иконопись, все монастыри плюс 2 муштры, соборы минус 2 счастья и храмы плюс 20 денег. Никакого случайного распространения газ... Ну, такое, кстати. Содержание, высокий уровень финансов у нас нормально. А каллиграфия, библиотеки плюс 4, минус 1 несчастье за старшего специалиста. Блин, тут надо подумать. У нас и старший специалист вроде есть, но и иконопись неплохой бонус дает. Так, к сожалению, там Берему поймали. Ух ты, тремяж, слушайте. Ну, Карфаген, конечно, повелитель моря. Он прям так заходит. Ну, это ж минус лучник, нет? И слонятина еще прется. Эти укрепления встали. Так, сейчас нам будут варвары наваливать. Молотом. Просто в голову слону молотом, представляете? Метнул. Ваша тетя Нефертари-фанатичка умерла.
самого Хета в перемирии с Карфагеном. Может, он и со мной когда-нибудь? Чтобы ответить культурные достижения Джане, старейшины объявили этот год началом нового золотого века. С вашей помощью они рассчитывают еще сильнее укрепить свое положение. Так. Неделю театра и поэзии 120 культуры, вклад короны 210 цивиков. Так, ну цивиков у нас дофига. Казначейский учет становится бережливым. Ну блин, у нас и денег 1000 вход. Отмените все работы и устроите праздник. Я бы, наверное, устроил праздник. Каждая семья желает быть первой, кто опробует новые бани. Время в купальне – лучшая возможность обсудить союзы и заручиться поддержкой. Так, с кем нам? С рамесидами давайте, плюс 20. Как-то он странно, конечно, лучник. Он даже не разграбил ничего, просто зашел внутрь. Остальные лечатся. Блин, я смогу слоном убить, но не убьют ли потом слона мне? Не хотелось бы его терять, честно говоря. У нас приказов дофига. Битва начинается, но Аменмехета нигде нет. Без руководства и смятения египетские войска быстро оказываются сломлены и разбиты. Подобная трусость не что иное, как измена. Что прикажете? А он робкий у нас. Чё ж я его генералом тогда назначил? Кушитский всадник умирает? Ну, давайте взять его. В смысле умирает? Он же не умер. Чё за бред? Вот убита Берема. Это да. Чё-то не пойму. Вот у нас, вот кушитский всадник, правильно? Нет, это конный ученик кушитский. Вот это? Нет, это просто... Блин, подождите. Ну я же вот этим подошел, сейчас стрелял. Причем тут кушитский всадник вообще? Где он? Точно нету кушитского всадника. Блин, я вот не могу сейчас отмотать видео. Вы можете отмотать видео, посмотреть, я не могу. Ну сейчас же не было такого, чтобы он умирал прям конкретно. Давайте сразу его поставим там, где он будет строить храм. Так, здесь я хотел деревню. Теплые бани тоже есть. Академии есть. Блин, уже кто-то строит. Блин, 1800. Да, так, мне надо 1800. Вообще, у меня достаточно, мне кажется, денег, чтобы купить 7000. Нет, недостаточно. Ну, я могу железо сейчас еще продать. Мне надо 7106, правильно?
все. Хватает. Я бы вот сюда поставил. Что уже кто-то... Ну... Уже кто-то начал еще одно. Так, мне еще на пантеон надо накопить. А собор Святой Софии во всех городах минус к несчастью дает. Соль у нас появилась. Куда-то ее отправить. В город какой-нибудь. Где у нас тут... 5-й уровень в минифере. Ну вот давайте в минифер еще. Там будем тут, скорее всего, строить. Проф завершен. То есть тут уже двойная защита в этом городе. Долго строится. Давайте доведем до конца монаха-мастера. В Элате рудокоп. У нас соль появилась. Опять же ждем гражданина 3 года. Как раз и еще на соль. Так, здесь мы булавоносца сделали. Легкую кавалерию. 6 атака. Конный лучник тоже 6 атака. Это конного лучника, давайте. Приказов у нас, слава богу, дофига. Поэтому мы можем тут туда-сюда. Вот этот слон теперь волнует. Так. Карфаген, слава богу, занимается фигней. И реально... То есть вот мне надо реально в этом городе не идти туда, не вылазить. Боже, как слон медленно идет. Он беспокоит. Нет, не убью. Ну, минус рабочий, это вообще меня не беспокоит. У меня рабочих немерено. Постоянно мучает рвота и понос, господи. Ну, холера, походу. Глава шпионов погиб. После изнурительной осады... Осады Амунии. Карфагенские войска отступили, но оставили перед вашими стенами гигантского деревянного коня. Блин. Очень хочется, честно. Просто посмотреть, что будет, если амунского коня завести внутрь, но не буду, нет. Не хочу. Просто немножко спойлеры. Были спойлеры от кого там. Господи, кто написал-то... Илиаду. Или Одиссею, подождите. От Гомера. Спойлеры от Гомера. Придворные купцы прибыли из Хет... Да, это мы посылали торговлю установить. Мы отдаем 29 муштры, получаем... Во! Давайте мы отдаем 3 приказа, ну 4, и получаем 5 дерева. Вот это мне нравится. Рабочие одной из каменоломен раскопали скелет какого-то гигантского чудища. Сами они в костях не разбираются, поэтому просят направить специалистов, чтобы те изучили находку. Кости бесполезны. Избавиться 120 камня. Достаньте кость для дальнейшего изучения 100. Да, конечно, Тутанхамон становится расточительным. Нет, 100 науки. Так, новый глава шпионов. Наверное, все-таки вот этого олигарха выберу. Там плюс 4 десятых несчастья, но это терпимо, мне кажется.
Известно, как Тутанхамон добрый. Убил юнит, стал известен как Тутанхамон добрый. Так, и генерал. Лечение лучше. Из деревьев. Блин, а с деревьев это прикол какой-то. Давайте дисциплину повысим. Минус 2 до минус 1. Могу, кстати, добить, но, наверное, нет. У него все равно зона контроля, он не сможет отсюда выбраться. Так что лучше сюда отправим. О, если получены повреждения... И 25 из города. О, давайте надзирателя ему дадим. Он как раз в городе стоит. Так, можно генерала, но я лучше добавлю кому-нибудь другому. Так, этого улучшаем до полоносца. О, вот этому дадим генерала лучше. Пять генералов, все-таки не могу. Но это я проиграл несколько юнитов, конечно. Мог бы выполнить на самом деле. Давайте, можно, повысим на точность. Или осколки. По области еще плюс 25. Осколки, конечно, берем. Это, я так понимаю... Так, ну, тут, наверное, можно вылечить. О, слушайте, тут генерала можно добавить. 6. Двух генералов не хватает. Не знаю, где мне их взять за 3 хода. Так, академия. Вот тут давайте. Философ-мастер. Ну, добьем до максимума. И зал казначейства. Есть гражданин. Врачом. Наверное, врача сделаем. Так, Карфаген не хочет... этих. Да не может быть. Булавоносцев. Царь Павсаний сильный из Греции мертв. Герцогиня Нефертити города Зао умерла. Царица, ваша жена становится главой семейства Амарна. Отлично. О, верховный советник выслушал жалобу. А, это я проводил точно. Это я проводил усмирение города. Так, торговая делегация возвращается из Хетского царства с неожиданными, но приятными новостями. Похоже, вместо торговли они хотят развить в Уассет новую отрасль. Они предоставят все необходимое, тогда как от вас потребуется покрыть расходы. Отлично. Благовоние или красите? По-моему, благовоние у нас точно есть. Да. Что, красители давайте. Дальше открыли собор. Еще законы. Вот я бы тут уже что-нибудь выбирал, исходя из законов. Все города срочно. Нет, это неинтересно. Гильдии городок. Минус одно несчастье. Вот гильдии, кстати, прикольно. Приказы на меня точно не нужны. Так, торговый союз открывает караван. Все города-рудники, каменоломни. Вот это тоже прикольно. Автарки, но мне больше нравится гильдии, где городок минус к несчастью дает. Так, Яхмас. Праведным, будучи лидером, минус один к несчастью.
К сетям вот этот ловчий тоже прикольно. Там есть сетя. Нет, давайте лучше праведный. Ваша заловка и наместник Вуасет. Наверное, ну тут нету лесопилок, но пастбища точно были. Любительница природы лучше возьму. Ну что, добиваем парня. И тут генералов уже нету назначать. Все пределы. Угу, так, можем убить. Сейчас он еще подойдет эта армия, и вот эта группировка будет разбита. Видите, я тут ничего и не улучшаю, чтобы они не грабили. Видите, все в эту сторону строю. Так, может отправить все-таки традицию. Как у нас с Грецией? Ну, вообще 110. Я бы, наверное, отправил все равно дары. Так, сколько они хотят? 1250. Семья Рамисидов приобрела большое влияние в ваших делах, начав соперничать даже с вашим наследником принцем Хуфу. В конце концов, напряжение выливается в прямое столкновение, когда старейшина Рамисидов требует, чтобы вы отправили Хуфу за решетку по ложным обвинениям. Блин, даже с дипломатом. Ну, отказать? Не, отказать. Я, конечно, понимаю, плюс к несчастью, но это, блин, реально наследник, и... Он, правда, безумный, блин. Кто у нас следующий? По-моему, его сын. Да. А можно его как-то воспитывать? Я думаю, я, наверное, соглашусь сейчас, потому что Хуфу немножко хреноватый. Так, и вот тут я все-таки иконопись приму. Я склонен согласиться. И у нас наследником становится принц Мернептах. Так. Это еще посла назначать. Хатшепсут давайте. Так, этот у нас глава шпионов пытается проникнуть в Грецию, видимо. А, у нас денег пока нету. Когда он ничего не пытается. Философ, ученик, гражданин есть в Абджу. У меня Абджу вообще самый крутой город, на самом деле. Давайте, может, еще в эту старший врач.
Назначим специалиста в миниферии. Всадник завершен. Боевого слона давайте. Или лучника на верблюде. Не, боевой слон. Слоны мне тоже нравятся. Сразу повысить можно. Против поврежденных, да. Вот кровожадный для всадников, это для этих вот классно. Они точно будут атаковать у меня поврежденные цели. Кстати, соборы начинаем строить. Так. Так. Сейчас не хватает камня уже. Внезапно. Значит, пока больше не строим. Я бы еще, наверное, каменоломен, потому что там содержание камня на все эти соборы и прочего требуется дофига. Так, ну что, Карфаген, давай еще. Подводи юниты. Мы готовы. А, он издалека стрелять начинает. Ну там надо разобраться, конечно, с этой... Но это все. То есть он выстрелил только этой, и там стоят лучники. В принципе, мы сейчас подведем армию, я думаю, нормально разберемся. С помощью колесниц все убьем. Так, вот эти беремы, которые подплывают к моему, к моим границам, хреново. Так, царь Эшмурас, который был осторожен к нам, сменился Газдрубалом, у которого мнение о нас яростный. Так, царица Ассирии тоже умерла. Не, я не думаю, что там было осторожно. Просто сейчас пишет, потому что она умершая. Ассирийцы злое, но ассирийцы нам ничего не могут сделать, там их... Они там зажаты между всеми, между хеттами, персами и Вавилоном. Так, ваша наместник Амунии погибла на службе, жаль. Верховный советник в иудаизм. Так, с долгожданной смертью бестолкового царя Эшмуназара Просвещенного из Карфагена правление Карфагеном пришло к царю Газдрубалу Новому. Да принесет он поражение своему народу в нашей стене. Слушайте, в войне уже, по-моему, третий царь умер, да? Газдрубал не теряет времени в строительстве карфагенских замыслов против нас. Через неделю после его воцарения ваша стража ловит карфагенского агента, пробравшегося в ряды дворцовых слуг. Как он заявляет, по приглашению. У нас мало времени до того, как гнусный Газдрубал поймет, что его никудышный агент пропал. Так, подкупить агента... Ложной информации, устранить агента и вернуть голову. Давайте подкупим, чтобы он снабжал ложной информацией. Не знаю, к чему это приведет. Нет, зороастризм я не хочу, чтобы распространялся. Со смертью царицы из Ассирии правление Ассирии пришло к царю Синахеребу II Новому. Когда ошарашенные возгласы в тронном зале стихают, посланница открывает истинную причину своего визита. Синахириб приглашает вас в дипломатическую поездку по Ассирии, чтобы посетить земли нового правителя. Давайте, наверное, воспользуемся как предлог, чтобы пошпионить. Так, греческий военный командир приводит строй своих солдат во дворец, вызвав переполох. Пришло время дани. Ну, ладно, я, наверное, едой заплачу. Еда нормально. Ну, вообще не знаю, что он требует дань. У нас с Грецией вроде... Нет, уже меньше стали отношения. Ладно. Так, нового наместника. А некого выбирать, к сожалению. Так, Тутанхамон, наместник в Сиене. Зажиточный, воинственный или... Давайте просто харизма, это повлияет на всю нашу империю.
Блин, а для строительства собора две клетки? Черт. Так, ладно, здесь пока тогда начнем строить. Ну. Так, у вас эти в Сиене строятся. В Абджу. Так, а где у нас в Абджу-то? Вот тут мы будем строить. Давайте вот туда перекинем. Вот этого парня сюда. Строим собор. Так. И здесь, получается, вместо гарнизона... Придется вместо каменоломни строить здесь собор. К сожалению. Так, только 88, тогда пропускаем, пока тут камня просто не хватает. Так, надо разбираться с этими всеми ребятами. Значит, пробуем сначала так, так. Да ладно, что же за фигня? Ладно, давайте так, так, убиваем. В смысле, как это он не умер? Бля, как это так произошло? Этим проатаковал, этим, а этот не доб... Как это так? Блин, бред какой-то сейчас. Не, ну серьезно. Блин. Храбрая против ближнего боя. Да, давайте храбрая возьмем. Вот эту фигню нам надо добить. И что, ничего не добегает туда, что ли? Блин, придется этого из города доставать. Не, ну вот эти трое, мне кажется, ничего мне не сделают. Храбрый возьму. Так, еще один ход. До возможности специалиста строить проведем совет. Так. Ну что, заканчиваем ход. Что там вообще у Карфагена с армией? Все еще гораздо сильнее, но зато они недалекие. Кстати, у меня умер шпион, когда я пытался науку у Вавилона спереть. Слушайте, мы уже на 8 очков от хетов отстаем внезапно. А что там у хетов так круто? Слишком много городов? Ну там и у Карфагена дофига городов. 16. Не воплотили наследие, к сожалению. Но у нас осталось 4 амбиции выполнить, чтобы победить. С другой стороны. О, во всех городах снижает на 1. Вот это точно надо открывать 100%. Так, наместник в Джане, любитель верховой езды. Все юниты с кавалерией. Ну, кстати... Кстати, да. Я там как раз кавалерию одну строю. Так,
Тут у нас новые законы появились. Гильдии я, по-моему, хочу взять. Снижает. Так, хочу посмотреть. Только в четырех городах еще не снижается несчастье. У тебя еще снижится уровень. Кстати, я могу, наверное, с Абджу убирать ресы. Потому что и так... Так, перестать. Перестать. И отправим... Элат, наверное, или в Манифер... Не, в Манифер и так уже отправляется. В Элат, давайте. Слушайте, а что в Манифере все равно... У нас там сколько вообще домиков построено? Мне надо, значит, больше... А, тут как раз достроился домик, отлично. И теплая купальня. Так, плюс у нас есть возможность еще собор. Так, у нас где-нибудь еще последователи соборы не строят? Есть такие? Чтобы они без дела стояли? Вроде нет. Так, я испугался, что тут уже Вавилон нападает, но я вспомнил, что мы в мире, а это значит, что мы можем по границам друг дружки, друг друга бегать. Правитель Персии вызывает подозрение у Хафры. Хафра считает, что нужно отправить главу шпионов Пеппи города Джане, чтобы проникнуть в нацию и узнать, что она замышляет. Ну, давайте... Не знаю, правда, открывали уже персов. Так, патриарх Псамитих Благословенный настороженно взирает на вас. Манихейский совет Египта нуждается в вашем наставлении. Идет обсуждение того, является ли война приемлемым способом распространения нашей веры. Или же лучше стремиться к личной близости с божественным. Несмотря на мои возражения, они хотят довериться вашему мнению по этому вопросу. Так, издать закон паломничества, издать закон священная война. Это должны решать священники. Ну, паломничество или священная война. Давайте глянем, где это, во-первых. Боевой кодекс. Как далеко типа его открывать? Где у нас боевой кодекс? Вообще недалеко. Я думаю, что примем эту амбицию. Да, только паломничество или священная война давайте решим. Священный город плюс 5 за города с религией денег. И роща. Ну, а только одна роща вообще. А священная война плюс одно случайное повышение для новых юнитов. И города с государственной религией могут использовать ускорение производства для юнитов за деньги. Но тут содержание... Науки минус 8, науки вход. Но у нас науки 400. Давайте, наверное, священную войну. Мне больше нравится священная война. Так, ну что, тут даже нас, по-моему, не атаковали. Или атаковал слоник? Тутанхамон лев. Обзор плюс 3 с генерала. Не, давайте дисциплина. Остальными лечимся. Главное, вперед сильно не вылазить. Этих можно еще убить, но дальше не лезть. Просто не лезть.
вас эти казначейства 4 уровня. Указы. Ну, у нас приказов постоянно дофига. Так, два гражданина. Философ-мастер. Монах-ученик. Камнетес-фермер. И рудокоп. Давайте писец-мастер пока. Граждане, ну, в собор надо будет отправить. Посмотрим еще куда. Так, совет 3 уровня завершен. Гражданин появился. Давайте, наверное, в академию. Добьем философа. В Элате врач-мастер. И можно куда-то еще отправить. Ну, наверное, пастух. То есть вот эти все города саитов, они земледельцы. То есть, соответственно, желательно отправлять именно... Конный лучник завершен. Я бы продолжил. Только теперь этого... А, тут слонов нельзя. У нас тут просто чувак уже сидит, который любитель верховой езды, еще плюс 100 очков. Ну, я бы еще поналочек, когда надо 100 еды и 50 дерева. Или всадника, а не лучше. Давайте всадника. Так, я вот тут строил цитадель как раз, по-моему. У нас сейчас камня нету на нее. Не, стрельбище давайте. Да, стрельбище. Здесь домик. А могу еще домик? Каменоломни и тут... Наверное, две каменоломни я лучше здесь сделаю. Как бы... С железом у нас дофига всего, вот камень постоянно требуется. В конце игры камень самый важный ресурс имхо. Хотя у нас тут в игре, конечно, самая дорогая получается древесина, но это именно для нас. Мы ее хрен купим. Так, я так понимаю, что Карфаген тут ничего не сделал. Просто отступает. Ну попробуем вот эту лошадь убить. И собственно все. Блин, около Элата племенной налет. Они все в иудаизм переходят. Править древесину, провиант. Провиант, давайте, у нас тут еда самая дешевая. 270 там требуется. Делегация из официально разотетых ученых мужей и женщин доставляет послание от царя Бурна-Буриаша Великого из Вавилонии. Бурна-Буриаш предлагает технологии в счет оплаты своего долга перед нами. А сопровождающие ученые могут посвятить вас в Вавилонские открытия. Пусть это будет равный обмен между друзьями. Мы понимаем, получаем бронебойную стрелу, а не свод законов. Принять это возмещение... Так, может, между друзьями сделать реально? Почему нет? Thank you.
Ну все, тут никого нету. Стоим на... отправляем теперь... Где у нас там налет? Вот он. Сколько их тут? Четверо? Ну, я думаю, тогда и четверых и отправим. Хватит. Там рукопашный, то есть как раз... Не рукопашный, в смысле, пехота. Как раз против пехоты у нас булавоносцы. Так что вот именно их... Так, а что, он походил? Он походил. Тогда вот этого булавоносца отправим. Так, блин! Пока тут попереключаешься, все, все остальные остаются дома в Амунии. Кстати, а вот этого можно перекинуть вот сюда для получения опыта. Так, а что я тут могу? Театр. Не, ладно, давайте вот здесь тоже каменоломню. Философ-мастер. Еды. Добиваем старшего философа. Здесь врач-мастер. Есть один гражданин. Но я бы тут граждан в это, в собор добавлял. 60. Все меньше и меньше приказов остается уже. Ну тут мне просто постоянно приходится армию перебрасывать. Чисто поэтому. Интересно, что беремы карфагенские рядом плавают, но заплывать что-то опасаются. Не грабят меня, например, сети мои. Не знаю почему. Аккуратно они подошли. Нация Сирия уничтожена, ни хрена себе. Карфаген объявляет войну Греции, тоже здорово. Так. Мечники, пикинеры. Давайте, наверное, гидравлику открою пока. Ну и кто тут распилил в итоге? То есть большей частью хетты, наверное, забрали, раз у них больше всего очков. И тут хет. Походу хетты, смотрите, хетты забрали. Блин, я зря, наверное, Ассирии помогал тогда.
То есть я настолько помог, точнее, хеттам зря тут помогал, настолько помог хеттам, что они просто забрали Ассирию, хетты теперь лидеры. Вау. Не начнут ли они, кстати, с Вавилоном? Нет, у них вроде мир и отношения друг к другу положительные, да. А вот с Персией минус 33. И у Вавилона минус 78. Вот с Персией они могут начать втроем. Так, давайте усмирим Минифер. Абджу и Амуния первый уровень уже. Второй уровень в Уассете. Вот сейчас снизится до первого, тоже уберем. Нашему авангарду. О, не может быть, не может быть. Так, подождите, стоп. Я уже один раз с этим... дань от Карфагена 228. Теперь уже Карфаген мне будет платить. Здорово. Так, юнитов тут не видать. Ну, неплохо повоевали. Мне нравится. Так, наемный отряд пикинеров прививает цель, прилагает свою верность в обмен на звездку. Давайте. Пикинеры это еще более современные. Вот эти ребята. Я бы его, наверное, даже сразу повысил. Просто ваншот. 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 Конструктор. Наверное, харизму просто возьмем. Так, где у нас тут лучник бежал? Этого сюда отправим, тут тоже у нас стрельбище строится. Распределяем по баракам, раз война закончилась. Мастер. Тут все до... А, вот еще нет. Не всех до мастерства. Граждан нету, чтобы больше отправить. Так, тут мы ждем... А, тут мы ждем, конечно, собора, но он тут еще не строится даже. Поэтому... Давайте, наверное, форум, потом архив. Казармы, стрельбище. Вообще, я бы тут казармы сделал, наверное. Такой вопрос, здесь ли? Вот здесь я бы для академии оставил. Тут вот эти две клетки для бань. Ну и где тогда казармы делать? Вы знаете, я бы тут, наверное, дорогу провел. Я вообще, кстати, в этой игре дороги не строил. Ну, потому что у нас тут реки довольно... Так, это опять 20-й ход. Появился чувачок. Слушайте, а давайте мы укрепим религию этим окончательно. Так, искупление, по-моему... Я хотел города, гавани и деревни плюс 20% ресурсов, рудники, каменоломни, лесопилки плюс 20% ресурсов. А тут, ну, у нас уже, к несчастью, да, искупление. У нас несчастье и так нормально,
А вот это зашибись. Все, максимально улучшена религия. Так, я вот тут бы я бараки построил, кстати. И держал бы, наверное, тут юниты тогда. Тут еще можно будет цитадель поставить. Вот это вот все. Кстати, домик, наверное, в Амунии тоже можно уже где-то организовать. Денег у нас, конечно, капает. Так, Карфаген зато в войне с Грецией. Так, я думаю, что можно теперь уже Берему построить, раз мы помирились. Можно и Берему построить. Опять глава шпионов погиб. Как, господи, сколько можно? Так, бесплатный придворный министр, бесплатная баллиста. Министра возьму. Ну вот тут для амбиции, но я думаю, у нас еще есть время выполнить. А этот исчезнет, понимаете? Вот этого молодого возьмем, давайте. 20 лет, надоело, что эти все дохнут. Мы даже не успели в Персию проникнуть. Ладно, давайте проникаем в Грецию. Так, этот снижает недовольство. Посол. Не, наверное, не хочу торговые соглашения. Кстати, мы можем племянника как-то воспитывать? Походу, нет. Ваша супруга все чаще уединяется в своем загородном поместье, а когда посещает дворец, на вас даже не смотрит. Тем временем ваше внимание привлекла миловидная девушка скромного происхождения, которая время от времени составляет вам компанию во время охоты. Подождите, я же думал, он не по девушкам. У них же даже нету... Неразвратные, не буду сказать, священные узы брака. Ну, бессмысленно. Ну, давайте посмотрим, что там с девушкой будет. Странно. Спустя годы заточения в тюрьме, Хуфу передает вам свою смиренную просьбу. Мой царь, несчетные часы томлюсь я во мраке и отчаянии, окруженный четырьмя стенами, прозябаю в царстве сожаления. Так, позволь же мне всего только на день вспомнить ласку ветра. Ну, давайте попробуем. Ну, он сбежит, я вот прям 100%. Вдруг сверкает молния, стражники оборачиваются посмотреть, и Хуфу не упускает эту возможность. Прыгнув с обрыва, он срывается в гуще деревьев, исчезая навсегда. Ясно. О, непереведенное что-то. Торговое соглашение с Вавилоном бесплатно. Либо новый придворный министр из Хетского. Нет, давайте новое торговое соглашение бесплатно. Так, наследника обучаем. Давайте философии. Нам лезть. Так, копейщик этот. Давайте вот сюда. Ну, чтоб прокачивался. Ну, этот вот сюда бежит. Тоже тут прокачивается. Тут сейчас достроится стрельбище. Повышаем на точность. Так, этот слоник сюда. Этот колесница сюда. Тоже будет тут прокачиваться.
Ну и, не знаю, кстати, можно уровень дать 90. Я бы дал уровень бой третьего. Ну что, строим казармы? Или нет? Блин, ладно, нет. Подождем, сейчас улучшится уровень, улучшится культурный уровень в этом городе. Будем думать тогда. А, чё у вас с этим? Рост. Ладно. Академия тут у нас есть. Сейчас это философ в библиотеке. Врача сделаю. Так, здесь, наверное, специалиста во дворце. Тут пастух завершен. Вот этого добьем старшего. Боевой слон в минифер. Тоже любительница верховой езды. Боевой слон давайте. Купим железо. Я бы тут добил. Ну, не добил, точнее, строил бы юниты. Есть у нас проблемки с войной периодически. Но, в принципе, по-моему, я тут неплохо держу территорию. То есть у нас могут появляться только здесь. И здесь, да? Ну и война может быть с Карфагеном. И, наверное, с хеттами. Но с хеттами очень хорошие отношения, прям. Можно, наверное, даже союз заключить, я думаю. Снизошло откровение о своем опыте правления. Как ему дальше получать подобные прозрения? Слушать политических советников — это плюс дисциплина. Искать знания в книгах и речах ученых мужей — мудрость. Но это на деньги, это на науку. Я, наверное, науку добавлю. Хотя, ну, конечно, науки и так дофига. Ваш агент Эхнатон-младший уже какое-то время спит, ест и работает среди жителей хеттского Тира. Недавно на рынке он подслушал разговор о новой технологии, набирающей популярность в хеттском царстве, и стал предпринимать попытки ее выкрасть. К сожалению, он был слегка неаккуратен и опасается, что теперь за ним следят. В то же время он вышел на человека, который может добыть необходимые свитки. Ну, я бы рискнул. Давайте. Много месяцев от вашей обворожительной подруги по охоте не было никаких вестей, и вот она предлагает встретиться. Оказывается, ваш роман не прошел бесследно. Угу. Ребенок вот-вот родится. Незаконно рожденная дочь по имени Нитокрис. Так, есть собор. Где мы еще можем строить? Тут два хода. В минифере строится. Так, ну сюда отправляемся, значит. Вот тут нужен собор еще. Вместо цитадели или вместо гарнизона, не знаю. Сначала делаем теплую купальню. А что дает водяная мельница? Плюс 100% прилегающим рудникам, каменоломням и лесопилкам. Ну, такое, честно говоря. Библиотеку. Вот библиотека мне больше нравится.
ветряная мельница, рудникам, каменоломням и лесопилкам тоже. Цитадель, академия. Давайте вот тут академию. Так, и тут мы ничего строить не можем. В пустыне. Так, в Джине надо пробовать берему. Или у нас уже трирема, типа, новая, да. 100 дерева. Хватает денег. Покупаем и строим. Так, этого всадника некуда отправить, чтобы он... А, не, во. Есть куда. Просто отступим, чтобы тут стоять. Вот тут тоже могут, кстати, постоянно появляться... набежчики всякие варварские. Так, ну по очкам мы уже, блин, на 11 отстаем. Но я не думаю, что тут по очкам выиграть. Я думаю, что мы по амбициям можем, то если выиграть, что мы неплохо по науке идем, очень неплохо. Так, задание по усмирению. Работая над тем, чтобы снять возникшее в Минифере напряжение, агенты Верховного Советника Ментухатепа вскрыли огромный нарыв коррупции местных чиновников. Судьи, военачальники и политики выстроили для горожан кошмарную запутанную бюрократическую систему, отправляя налоги себе в карман. Так, ответственно нужных жестоко наказать. Ой, я уже сразу выбрал. Ладно. Новый министр появился. Так, а, это бесплатный придворный министр мы открыли. Ну, давайте арбалетчика пока. Что-то теперь не выпало теха. Ваша супруга и наместник Вабджу. Мудрость, харизма, дисциплина. Давайте мудрость. Верховный советник. Давайте тоже мудрость. Продолжаем усмирять города. Так, и раз у нас появился придворный, значит, можем ее отправить губернатором быть. Вавилонские войска недавно разорили поселение варваров, получив знатную добычу. Царь Бурна-Буряш Великий желает поделиться награбленным в качестве дружеского жеста. Мы можем выбрать ценности. Да я бы, наверное, загадочные свитки и письмена взял. Человек смертен, и рано или поздно станет прахом. За ним последуют и все его родственники. Так гласит литература премудрости, известная как «Бессмертие писателей». В тексте говорится о том, что талант писателя гораздо лучше любой гробницы и монумента, ведь слова живут намного дольше. Мирнептах в восхищении текста и посвящает все свое время писательству и думам. Так, получит отвагу, мудрость. И отвагу, и мудрость требует, имеет... Да потому что наш этот... нет, у нас открыта философия. Хорошо, и отвагу, и мудрость наш наследник. Хорошие новости. Агент Эхнатон-младший добыл свитки. Решение назначить встречу на месте религиозного праздника оказалось поистине гениальным. Ну-ка, случайная теха, и это боевой кодекс. То бишь... Принимаем священную войну и выполняем амбицию. Так, у нас не принято всего два закона, между прочим. Это я очень мощно иду на 117-й ход. Что мы можем вот на этом болоте построить?
сук на Via Recta. Разве это доступно такое чудо? Да. Пантеон. Так, нам 1200 камня надо как-то. Ладно, давайте вот здесь. Я думаю, каменоломню. Деревню могу в этом городе, но я бы лучше его где-нибудь здесь тогда построил. Деревню. Хотя игра предлагает здесь построить амфитеатр. Нет, я лучше деревню построю. Так, а почему мне писать? А, подождите, это относится к этому городу. Давайте мы выкупим здесь эту клетку. Передадим клетку Джане. Так. Подожди, мы тут уже можем собор поставить, правильно? Два собора на семью. Вот это неожиданно, кстати. Так, хорошо. Тогда у нас в Абджу есть собор и в Зау строится, да? В Минифере есть собор. Так, у нас в Уассете и в Сиене есть. Значит, нам нужен собор только в Джане, получается. А в Джане мы собор только вот тут на месте рынка, походу, можем сделать. Здесь заменяем рынок. Но денег дофига и так. У нас там случайно рынок был построен. Делать даже в этом городе. Мы к любым нападениям готовы. И если произойдут в следующей серии, армия у нас есть и строится. Но это уже в следующей серии, если, конечно, произойдет. Спасибо, что смотрите. Спонсоры канала могут посмотреть продолжение уже сейчас в специальном плейлисте, в прикрепленном комментарии и в описании к этому видео. Для всех остальных оно появится завтра. Слава Беларуси, живе Украина. Играйте в умные игры, всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.